решили мы все-таки пройти ногами, пожадничать. Пора начать двигаться ногами. Да, и хорошая тренировка будет перед завтрашним подъем на Брэвент. Так что мы вниз сойдем ногами сегодня. Я так понимаю, что вот примерно этапы восхождения на Игюль-де-Миди. По часам расписано даже. Вот первый в час ночи выходили, вон там луна светится. В 2 часа выходили на скалы. Потом в 6 полка. В 9 снег. И в 11 уже на вершине. Такой очаровательный приютик здесь. Вот может из него и надо выходить в час ночи, не знаю. Вот. Но в то же время здесь можно что-то и съесть.